Всем привет-привет! С вами Конна Ваня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами посмотрим 4 коробки того, что мне пришло по купонам. И не только, еще тут есть новинки. Так, ну что, поедем. Значит, первое — это баланс нервной системы. Недавно, посмотрев вебинар от своего врача, я поняла, что мне это очень-очень нужно и важно. Да, это баланс нервной системы, артикул 156-74. Очень такая крутая штука. Успокаивает нервную систему, поддержка сна и биоритмов. А еще сейчас, на данный момент, получается, я пью фосфодин серин, да, PC100 с Вальберис. И я посмотрела, там 100 миллиграмм и тут 100 миллиграмм. Да, вот видите, вот этот фосфодин серин. Это очень крутая штука, поэтому тут еще орегано, солодка, шафран, марганец. В общем, хороший такой состав, поэтому буду пить. Дальше магний хелат. Я взяла 10 штучек. Магний можно пить всем. Он усваивается столько, сколько нужно. Поэтому я взяла 10 штук. Их тут 60. Вот, если кушать по 2 в день, то получается на месяц. Да? Всем мамам, всем папам. У свекрови скоро день рождения. Антон поедет и еще отвезет. Вот, я, к сожалению, буду занята после поездки. Поэтому таким образом, да. В общем, нервная система и биоритмы у меня тут, и магний. Магний я уже делала очень хороший обзор. Артикул 158.01. Пить нужно всем, принимать нужно всем, неважно пол, возраст, вредные привычки. Всем нужно пить. Особенно тем, у кого есть много вредных привычек. Дальше. Новинка на моем канале. Это мягкий согревающий пластырь. Помощь при боли в мышцах и суставах. Так, по-моему, так я этот открывала или не этот. А да, я вот этот как раз таки открывала. Их тут 2 упаковки. В каждой упаковке по 5 штук. И суммарно 10 штук получается. Что он делает? У меня такое ощущение, что это тот же самый нанопласт, который мы покупаем в аптеке. Нанопластырь, как-то так. Значит, у него артикул 910-442. Он оказывает согревающий эффект, мягкий, помогает снять болевой синдром и воспалительные процессы в суставах и мышечных тканях при растяжениях и ушибах. Подойдет для любого участка тела. То есть тут есть способ применения, противопоказания. Вот. И состав: камфора, мята, метилсалицат и нетканый материал. Размеры 9×6×6×8, 10 штучек на 910-442. Прикольная очень даже упаковочка. Вот, поеду в Мурыгино, еще мамульке отвезу. Я вчера наклеила на себя 2. У меня как раз таки болела спина из-за того, что я весь день работала. Мы раскладывали новое обучение по одноклассникам, рекрутинг. Все вы знаете, что у нас сейчас идет марафон. У нас уже прошло 14 вебинаров. И это, конечно, очень круто, но спине моей так не показалось, в общем. Хондроз у меня уже давным-давно, я уже давно делала МРТ. Вот такой вот пластырь. Чего клеите вот этой стороной клейкой. И, в принципе, он у меня до утра очень хорошо продержался. Никаких нареканий нет, боль действительно прошла. Не совсем, не целиком, но раз в 10 стало легче, просто легче. И действительно, это не от того, что я полежала и отдохнула, потому что иногда с утра просыпаешься, уже болит спина, уже не можешь двигаться. А тут как бы, ну вот кайф. Пахнут они очень сильно, прямо удушающе чем-то пахнут. Вот, но когда я ночью под одеялом ворочалась, да, то нормально все было. Мне этот запах нос не бил, например, как от крема с сабельником, да. То есть я рекомендую эти пластыри. Пластыри отличные. Что еще тут очень удобно, это то, что тут, когда вы их открываете, еще раз хочу сделать акцент на очень ярком пьющем носе, не совсем приятным ароматом. Но вот тут, смотрите, есть zip-пакетик. То есть их можно взять с собой, мне вот даже в поездку, например, да, на ночь приклеила, он мне не мешается. Сначала действительно он греет, да, и в жару это может показаться не особо приятным, но на самом деле потом какое-то ощущение немножко даже какой-то прохлады начинает выходить, еще что-то. Поэтому как-то вот я заказала 2 штучки, это тоже VIP-новинки, кстати, заказала 2 штучки, но вот что-то мне кажется, что зря 2 упаковки, да, надо было тоже брать побольше. Но мне хотелось сначала попробовать эффект. Классный эффект, суперский эффект. Так, следующая новинка у меня тут в уголочке. Новинок несколько штук. Так, это что? А, пластыри универсальные. Очень, кстати, понравились. Значит, и также идет пластырь гидроколлоидный от влажных мозолей, ребята. Это что-то с чем-то. Прикольное. Значит, 3 таких вот было пластыря.
и три таких вот. Один пластырь я приклеила на ногу. Мне было очень-очень интересно. Давайте с вами и большой, и маленький сейчас откроем. Так и быть, ради зрителей зря израсходую. Но прям хочется показать. Артикул 910-431. Один такой вот маленький и второй такой вот. Во-первых, они абсолютно незаметны на ноге, что мне очень понравилось. Наборе 6 штук, 3,3. Помимо того, что он незаметен, он прекращает эффект натирания, он еще и облегчает боль, он быстро заживляет, он влагостойкий, он незаметен на кожу и действует до 24 часов. Это просто невероятно, мне очень понравилось, я прям хвалю. Что-то компания Faberlic как-то все больше чего-то полезного начала выпускать. Да, вот смотрите, такой вот пластырь. Так, без ножниц его, конечно, сложно тут вскрыть, открыть. Угу. Так, беру ножницы. Так, конечно, вещь суперская. Я прям в восторге. Давайте доставать. Вот он такой. Значит, открываем его, да? То есть его можно вот так отлепить. Он, видите, он тянется сильно. Вот. Это вот липкое место, например, да? Вы прилепили на пятку. Ну, это к примеру, да? Вот, прилепили таким образом на пятку. И потом вот тут вот убираете. Он легко отходит. Так, недостатков я у него никаких не поняла. Его действительно на пятке вообще незаметно. Если на руке его видно, то на пятке вообще никак. А единственное, что мне сначала взбрело в голову, это попробовать его вот так вот взять, натянуть посильнее и наклеить. И вот где вот хорошо было наклеено, оно так всю ночь и было. Где вот я натянула над ним, поиздевалась, да, вот так вот прям понатягивала. Посмотрите, какой он крепкий, да, видите, аж прямо кожу с это, да. Видите, он начинает вот так отслаиваться. И потом он уже не приклеится. Его надо наклеили, и не надо не растягивать ничего. То есть вот такая вот красота. Я в восторге, честно скажу, мне понравилось. Я еще, знаете, что подумала? Ну, Faberlic, ну где ж ты был раньше? Ну, вот недавно у ребенка было воспаление, недавно она там натерлась. Ну, почему? Ну, где ж ты был раньше, да? То есть, прям сидишь, вспоминаешь случаи, когда он действительно пригодился бы. И я даже не знала о существовании именно таких пластырей. Итак, маленький пластыречек, вот такой вот, как вы видите. Слушайте, как же его ж открыть-то? А, вот тут есть отслоечка специальная. Ну, то есть, также он медленно отклеивается и приклеивается куда нужно, если не совсем небольшое раздражение. То есть такая же вот эластичная, бесцветная, классная штучка. Намертво вообще приклеивается, просто отлично. Еще одна удивительная новинка. Пластыри универсальные. Тут их 40 штук в упаковке, и они всякие разные. Способ применения, да, продезинфицируйте рану, вскройте, наклейте, вот, зафиксируйте и так далее. Они идут только для наружного применения. Состав. Тут идет просто хлопок и антисептическая пропитка. То есть просто как антисептик он работает. Тоже понравился. Не знаю, куда я дела коробку открытую. Ну, давайте будем эту открывать. Я все равно все в одну переложу, потому что считаю, что зачем мне 100 коробок. Да, то есть тут можно все сплющить, как говорится, и в одну коробку положить. То есть вот таких вот различных 40 штук. Давайте смотреть. Значит, есть совсем маленькие. Они все между собой вот так вот сложены. Вот такие вот малюськи. То есть удобно с собой взять в сумочку куда угодно. Давайте смотреть, как же они вот так вот они открываются вот в этом месте. Улетела. Так. Так. И смотрите, до чего он маленький, хорошенький. Да, то есть вы его прилепляете вот таким образом. Видите, прилепили, все в порядке. Он очень безумно крепко, сильно держится. И вдобавок ко всему, у него есть своя особенность. Вот тут еще делим на два и отрываем верхний слой. И вот это уже ничем не отклеишь, не отделишь. Видите, какой. Вот такая красота. Так, значит, средний квадратный такой же. Значит, открываем. Сначала с одной стороны наклеиваем, плотно прижимаем. Тут по центру, видите, делится, зацепляется и отклеивается верхний толстый слой. Я сначала, знаете, подумала, боже мой, какой же он толстый. Нафиг он такой нужен? Опять, да? Вот. Но в итоге я поняла, для чего он нужен. В принципе, да, маленькие такие вот. Хотелось бы еще вот это телесным цветом.
конечно, раз уж он такой незаметный, повторяет кожу, все, видите, как бы кожу повторяет. Конечно, хотелось бы, чтобы он был незаметный. Ну и последний, кажется самым большим, но мне кажется самый большой вот этот. Вот, значит, последний у нас вот, вот такой. Угу. Это все VIP-новинки, ребята. Это я просто в восторге, потому что такие вещи, ну, они круглый год нужны в аптечке. И, конечно же, я счастлива, что я сейчас еще больше могу делать товарооборот в своем личном интернет-магазине. Ну, кто бизнес делает, тот меня поймет. И я вообще в восторге, что столько всего у себя могу приобретать, покупать. Все это еще облагается акциями, скидками дополнительными. В общем-то, да, вот такая красота. Как же они отклеиваются? То есть отклеиваются они нормально. Главное смочь подцепить кончик. Вот видите, когда они долго приклеены, конечно, кончик подцепляете дольше, намного дольше. Вот, но опять-таки с другой стороны все великолепно отходит. Вот, и все. Пластыри мы с вами посмотрели. Ну, то есть можно выкидывать эту коробочку. С превеликим удовольствием все переложу в одну, когда ту открытую найду. Сегодня у меня девчонки в гости приходили, все распечатывали, все смотрели, им все интересно. Они говорят, ой, ну пластырь у нас есть, закончится, закажем. Я говорю, ну да уж, ладно, хорошо. Так, 67% скидкой для консультантов в статусе VIP, которые зарегистрировались в программе Faberlic Drive, была внутренняя распродажа в кабинете Faberlic Drive. Логин и пароль от Drive тот же самый, что от сайта Faberlic. Круто. В общем, я набрала вот столько всего. Просто одним звонком позвонила и спросила, да, своего мастера маникюра. Ирин, тебе надо? Конечно, надо. Я просто обзвонила и спросила, пока дешево, будете брать со скидкой? Они все сказали, да, берем. В общем, всех больше у меня, конечно же, Sparkling Lights. Это ароматические диффузоры. Я и себе взяла разненьких 10 штучек. Такой вот диффузор. Сюда вы вставляете палочки, они продаются отдельно. И запах на всю квартиру просто обалденный. Но он не яркий. Он больше меняет, наверное, качество воздуха в квартире, нежели пахнет, да, воняет. Он не воняет. Он такой нежный, легкий, классный аромат. Артикул 10081 Sparkling Lights идет. Очень нежный аромат Sakura Matcha Tea. С артикулом 1057 антистресс называется. Его лучше, конечно, в спальне где-то. Вот, так, Sparkling Lights. А, еще есть релакс. Ух ты, еще как. Да, еще есть релакс. Его тоже можно в спальню или вот куда-то, да. То есть, ну, какие-то такие места. 1058. Вот, такая вот красота. Мандарин фреш я заказывать не стала. То ли его не было в распродаже, но у меня его никто особо и не любит, вот этот мандарин фреш. Меня больше любят вот эти три. Релакс, это Black Amber, такой стильный, тяжелый аромат, очень красивый, да. Вот, прям он красивый, вы не ослышались. Его не только приятно слушать, он прям такой, для меня лично это аромат чего-то дорогого, роскошного. Это тоже, он вышел как новогодняя коллекция, но остался с нами навсегда. И он просто приносит радость в дом, там нет ничего новогоднего. Он просто классный аромат. В общем, целая коробка, поэтому обсуждать тут нечего. Переходим к следующей коробке. Ой, так... Значит, тут у нас чеки идут 1 на 11 тысяч. Это биорегулятор тканей глаза на основе сигнальных пептидов. Сейчас мы про него будем говорить. У меня целая аннотация распечатана. Вот дальше ароматические диффузоры. Вот видите, цена 500. А, 5 магнезиумов. Так, тут, значит, ручки шариковые. Так, значит, смотрите. Вот такие вот малюсенькие капельки. Объемом 5 мл, с артикулом 158-60, я использую уже 4-й день. Что я могу сказать про них? Я их очень долго ждала, потому что у нас в семье единственный, у кого хорошее зрение, это мой муж. Хотя он целыми днями сидит за компьютером, я его тоже заставила мазать глаза. Значит, он от чего помогает? Объем 5 мл, область применения идет, это офтальмологический биорегулятор на основе сигнальных пептидов, который оказывает ткани специфическое регуляторное действие на клетки ткани глаза. Он нормализует в них метаболизм и восстанавливает функции органов зрения до физиологически оптимального уровня. Русскими словами теперь, да, препятствует патологиям и так далее. И русскими словами тут идет нормализация функции зрительного анализатора, снятие спазма аккомодации, начальной стадии глаукомы и катаракты. У меня, кстати, папа оба глаза прооперированы, у мамы один. Далее
ангиопатии сетчатки на фоне диабета и гипертонии. Дальше сужение полей зрения. Вот это мое, потому что я как-то в 19 лет упала в обморок на автобусной остановке. Ехала после двух смен работы, плюс еще обучалась, сдавала экзамены. И вот проснулась в больнице. Да? Была у меня такая ситуация. Я в больнице лежала 2 месяца и потеряла, можно сказать, четверть глаза. То есть у меня четверть глаза с 19 лет не видит от удара. То есть удар был слишком сильный, я об что-то стукнулась головой. Если что, пьяной я не была точно. А то любят написать, что попало. Смотрите, дальше, значит, дегенерация отслойки сетчатки, атрофия зрительного нерва. То есть эти капельки, они как водичка. Сегодня впервые они мне попали в глаз ближе к вечеру. Я думала, мне защиплет, потому что в чате чистоты писали, что капли попали в глаз, они защипали. Нет. Они не щиплют, все очень даже хорошо, все очень даже здорово. Что мне в них понравилось больше всего, это то, что их нужно наносить на веки. Не в глаза капать, а именно на веки. И они прямо встраиваются, да, в конъюнктиву и улучшают защитную функцию. Они повышают способность удержать воду, за счет чего устраняют сухость и покраснение глаз. Они расслабляют мышцу зрачка, хрусталика, благодаря чему последний сохраняет свою прозрачность и обеспечивает нормальную аккомодацию глаза. То есть у них очень крутая аннотация. Я сначала все как бы распечатала, но поняла, что я столько читать, конечно же, не буду. Но я обязательно вот так вот сделаю. Пожалуйста, поставьте на паузу и посмотрите для тех, у кого есть проблемы со зрением. Ну, понятно, что не запущенные, да? Вот, и вторая страница у нас получается состав. Да, я знаю, что люди любят состав, поэтому я прям с сайта все очень подробно распечатала. Вот, я когда почитала аннотацию, я, конечно, обалдела, потому что состав у них наикрутейший. Выглядят они как обычная водичка, немножечко такая, ну, похожа на глазные капли. И по ощущениям, раз уж они мне сегодня попали в глаз, и я этого боялась, но у меня это случилось, они как жидкость для линз, такие без запаха, без вкуса, без цвета, без всего. То есть обычные капельки, да, то есть обычная водичка. И могу сказать, что вот неделю я пропользовалась, конечно, результаты я пока не увидела, я врать не буду, но написано, что нужно наносить на веки 3-4 раза в день. Я нанесла первый день, я не знаю, может раз 6-7, мне просто было интересно, я все капала, смазывала, смотрела, вот, и, скорее всего, переборщила. У меня немножечко так было такое ощущение, что тяжесть глаз, да, на самый последний раз, когда я нанеслась, ну, такая тяжесть глаз появилась сильнейшая, да. А потом все прошло минут через 15. Я подумала, ну блин, мне же сказано 3 раза в день, зачем я столько мажу? Можно же ведь и витаминами, там, не знаю, гипервитаминизироваться и сделать передозировку, да, то есть не обязательно же вот так вот, да, делать. Дочки мы наносим 3 раза в день, их можно детям, их можно людям в возрасте, людям с аллергией, они абсолютно гипоаллергенны. Самое классное, я подумала, как же я ими буду пользоваться, если я люблю макияж. Но оказывается, я нанесла эти капли, буквально минут через 5, даже если вначале была какая-то липкость, да, буквально 5 минут, все, я могу наносить макияж, и как будто бы я ничего не наносила, понимаете? То есть тени лежат, все хорошо лежит, ничего века не липнет, в общем, все идеально. То есть с утра проснулись, умылись, пусть они в ванной, например, стоят, да, нанесли на века, весь день проходили красивые накрашенные, вечером пришли, умылись, опять нанесли на века. Если, да, кто-то вот с работы на работу и так далее, да, у меня они стоят около компьютера, потому что у меня есть семицеллярка и тоник, да, то есть, ну, я за собой люблю вот так ухаживать. И вот скажу вам, что прям пока хвалю, потому что никаких побочных эффектов, ничего, все идеально, все здорово, ну, жду, пока у Викуськи, ну, у Викуськи мы еще и Денес ставим, я бы и себе Денес ставила, не была бы такая ленивая. В общем, вот такой вот длиннющий обзор про такие вот маленькие капельки, они, кстати, очень дорогие. Далее пошла Омега, у нас абсолютно закончилась Омега, пьем мы именно Омегу 3 Форте, я вам рассказывала почему. Омегу 369, оказывается, не всем можно пить, и очень-очень даже не всем. То есть вот я взяла аж 10 штук. Так, поеду к маме с папой, отвезу еще 4 им. Артикул 157-79, именно Омега 3 Форте. Так, дальше. Мой самый-самый любимый гель для душа Пуртужур. У него просто обалденный аромат. Артикул 81-25, это купончики пошли, да? То есть купончики у меня еще не закончились. Вот, это не все мне, конечно же, я вам в прошлом обзоре рассказывала, что у меня девчонки очень много назаказывали. Далее у нас заканчивается кальциум К2, поэтому я взяла кальций К2 обязательно. Это артикул 157-61 у него, обязательно нужно, я прям 5 банок взяла. Это я взяла себе и не по купонам.
Так, это не по купонам, это кварцевый массажер. Вы меня знаете, я торопышка, я люблю все четко и быстро. Значит, артикул 910-063, кварцевый вибромассажер, 15,5 сантиметров, идет в такой классной коробочке, мне кажется, будет очень красиво дарить, да, то есть тут идет пакетик под него, кому нужно. Дальше идет аннотация, что с ним нужно делать, не нужно и можно. И вот он такой красавчик, значит, приходит в такой коробочке. В общем, скажу честно, мне этот вибромассажер, конечно, очень понравился. У меня еще есть куча аппаратов, куча всего, но я их не потащу же в... Извините меня. А, тут еще нету, да, наверное, батарейки. Ну да, батарейки нет. То есть он очень нежно вибрирует. Тут натуральный кварц, поэтому он не дешевый, в принципе. Да, батареек нет. Вот, вы его поворачиваете, он у вас начинает жужжать. У меня один уже такой есть. И по массажным линиям вы водите, водите, водите. Мне мало одного. Мне удобно сразу симметрично делать двумя. И что-то вот смотреть, сидеть на компьютере и делать двумя. И получается, я и время не теряю. И мне не надо там, например... полчаса делать массаж. Я могу за 5 минут по массажным линиям пройтись, да, к примеру. Вот, дальше. Опять три ручки пришло. Я просто брала 6. Я не забрала сразу по ВИПу, да. И вот еще пришло. Так, это было в прошлом обзоре. Значит, это тоже было. Вот, решила скрабчики заказать вместе со своими девчонками. Взяла себе 3 штуки. Девочки там еще сколько-то, по-моему, 10 суммарно. Вот такие вот классные скрабы для тела. 100 лет уже ими не пользовалась. Их очень любит моя дочка, кстати. Она у меня, наверное, израсходует. Запах. Вот, знаете, натуральное малиновое варенье. Вот то, что я не очень люблю. Но раз девочки взяли, я вместе с ними взяла. Вот, честно скажу, не очень люблю. Но скрабирует он, я его пробовала много раз. Очень хорошо. Артикул 19-13. Дальше. Так, бальзам восстановление и уход. Он, получается, идет с шиповником. У него натуральный аромат. Вот, для сухих и поврежденных волос тут кучка мала. Так, такой еще бальзам для нормальных, лишенных блеска волос. Это 100% еще Катюшка себе взяла, 87-48, дочка моя. Ну и тут все, получается, вот такие вот бальзамы, да. То есть все бальзамы. Вот вы представляете, я не знаю, мне... Ой, у меня друзья, в общем, бизнес-партнеры и мои любимые друзья открыли пункт выдачи. И они мне сейчас возят продукцию на дом, потому что от Стабалов они сделали так, что на дом привозят продукт. И он, когда мне все эти коробки привозил, он сказал: «Аня, скажи девочкам, пусть они сами делают заказ на свой рекномер». Я говорю: «А какая разница?» Ну вот, значит, далее спрей, это точно не мое, артикул 82-14, двухфазный питатель, у меня такой есть, стоит половина, для меня он на мои волосы, он тяжеловат. Одной из моих девчонок нравится, мне он кажется тяжелым, он идет двухфазный, его нужно вот так перемешать, но он отстоится и снова будет двухфазный, то есть и вот наносить как спрей на волосы. Ухаживает он, конечно, очень хорошо, но голову приходится мыть с ним каждый день, то есть он тяжеловат, я его и чуть-чуть, и всяко-разно наносила, чуть-чуть, вроде как маловато, много нанесешь, вроде как сосульки. В общем, я вот этот я не поняла, вообще нисколько. Так, бежим дальше. Ну, эта коробка очень много всего одинакового. Сигнума очень долго не было на складе. Ребят, сегодня ребенок переходила дорогу с моим воспитателем, с нянечкой, да, со своей, переходила дорогу. Упала очень сильно. Вылез огроменный просто синяк. И я намешала сигнум с кислородным бальзамом, с маловтилином, и где не было раны, то есть она продрала коленку снизу, а над коленкой вылезла просто вот такой, представляете, вот такой толстый, огромный, вот такой вот где-то здоровенный синяк, и она все время плакала, у нее ссадило, ей болело, и походу мы чуть в травму уже, в больницу не уехали. И вы представляете, я ей его наношу, она сидит через полчаса, играет, а через час она встала на колени. Я говорю: «Вик, ты зачем на колени встала, у тебя же ножка болит». «Нет, не болит». Я думаю: «Нифига себе!» Ну, извините меня, и синяк сошел. Мы ей помазали сегодня 4 раза. Всего 4 раза, и у нее синяк уже в 2 раза меньше. Я в шоке над этим средством, поэтому оно не только снимает боль, оно не только убирает синяки, конечно, вот, но это просто невероятная штука. В общем, хвалю, ценю и счастлива, что компания Faberlic с каждым годом все лучше и лучше становится. Поэтому его на складе долго не было. Я взяла 10 штук, папульке 2 штучки взяла, брату взяла. Он просил поймать, да, когда будет наличие, говорит: «Поймай мне хотя бы одну штуку». Ну, вот я ему тоже 2 взяла. Ну, не возьмет, так я себе заберу. И получается-то вот
Вы знаете, вещь-то такая, это мамульки с папулькой еще запаснички по капелькам отвезу, пусть глазки лечат. Вот просто, я просто в восторге, я каждый раз, я просто в шоке. У мужа была заеда, и она начала опухать, болеть. Ну, бальзамом для губ уже точно поздно пользоваться, если там уже прям здоровенная заеда, очень похоже на простуду. И я говорю: Антох, помажь стигнумом, ну, больше недели у тебя она не проходит. Ну, помажь. Говорю, ну, сколько? Он очень это дело не любит, он прям это дело ненавидит. И вы представляете, он помазал всего 3 раза за день, маленькую, вот маленькую точечку просто наносил, и все, у него все прошло идеально. И прошла вот эта вот наболевшая краснота за один день. Наболевшая краснота прошла. Я просто в восторге, я оды буду петь этому сигнуму. Дальше, кисть. Тоже новинка на моем канале. Я знаю, что эти кисти очень много кто снимал, но у меня не было времени их попробовать, потому что я сделаю макияж, вспомню про коробку с товаром, и что там кисть, сделаю макияж. И девчонки у меня тоже понабрали, как вы видите, много-премного. Это не купоны, но девчонки понабрали, потому что всем такое оказалось надо. Она реально удобная. Артикул 910-404. Тут идет кисть косметическая 4 в одном, то есть она как дорожная. Вот у меня нет знакомых, кто не ездит хотя бы 3-4 раза в год, как я, на море. Нет таких знакомых. И, в принципе, вот они меня набрали, но я еще себе одну потом еще закажу. Вот, смотрите, чтобы одна была под пудру, другая была под румяна, например, да, с бронзером. То есть это удобно, очень классно. Я сначала думала, что за бред, как обратно. А потом поняла, что она вот так делается, насаживается, и все отлично, хорошо. Вторую взяла. Тут просто 3 отличнейшие. Прям посмотрите. Они отличные, они упругие, они в меру грубые. Они и глаз не царапают, но и тени хорошо наносят. В общем, я тоже в восторге. Вот этой кисточкой, пусть она и не скошена, даже можно брови, тени, да, тени наносить. Вот, ну, тут одевается таким образом. В общем, я в восторге. Такого в компании Faberlic очень давно не хватало. Функционально, молодцы, прям выделились. Я рекомендую эти кисти. Очень удобно. Макияж я кистями наношу уже, не знаю, лет 15, наверное. Вообще, вот очень давно, еще до компании Faberlic, я была визажистом. И вот эти все губки, спонжики в тенях. Нет, я это ничего не использую никогда практически. Спонжики вот эти вот, да, треугольные, маленькие, в тенях, вот эти штучки. Во-первых, я не могу ими растушевать так, как мне хочется, чтобы это было чисто. Но они очень хорошо подходят блески накладывать на центр века. Вот повтирать, отличнейше просто кладутся блески. И все, больше они мне ни для чего не нужны. Да, вот такие вот еще сигнумы. Дальше идут БАДы. Иммуносистем модулятор комплекс. Артикул 156-80. Берут. Знакомые берут. Чувствуют себя лучше. Просят еще. И я еще себе тоже беру. Потому что все, что я себе набрала, у меня уже разобралось. Но, как вы видите, сейчас уже нет такого ажиотажа. Уже поменьше. Дальше. Делать себе массаж. Еще взяла 3 штуки антицеллюлитного крема скульптурирующего. Артикул 10-80. Он мне понравился в прошлый раз. Я вот опять его беру. Ну, запах такой не особо, конечно, приятный, но нормально. Как бы сносно, так еще капельки. Мам, пап, у меня 4. Это гель для бритья. Получается, мамам, папам, мужу S8. Их самый любимый. Не знаю, что всего 5 штук взяла. Хотела взять 10, чтобы всем по 2. А что-то вот видите, у меня, ну, вообще-то у меня 3 мужика, нормально. Так, значит, 81-47. Ну, я имею в виду 2 папы и муж. А то сейчас кто-нибудь что-нибудь подумает. Далее, детская зубная паста 6+, со фтором. Очень вкусная. 28-85. Это все не мне. Все не мне. Почему я так говорю? Потому что, честно сказать, Вика у меня эту пасту ест. И причем она ее может взять, просто 3 тюбика съесть. У нас была такая практика, и вкусные зубные пасты нам нельзя из-за особенностей развития. Надеюсь, что когда-нибудь можно будет, но пока ни в коем случае нельзя. Так, дальше поехали. Значит, я взяла себе тоник от врастания волос. Он идет после бритья и депиляции, одну штучку, одну. 25-73 артикул. Гель для интимной гигиены я взяла. Кстати, нового в распродаже не было. Артикул 87-22. По купонам, вернее, не было, да. Дальше гель для бритья. Моих тут 5 штук точно есть. Я прям набрала целую кучу. Вот, потому что, ну, нужны они мне. Очень часто ими пользуюсь. 25-71. Так, мой любимый дезодорант для крем. Вот новые дезодоранты, они клевые и классные. Но вот этот запах мяты я не могу, он мне очень нравится. 86-48. Далее, ага, господи, сколько же они набрали.
для ослабленных и склонных к выпадению волосам. Такой вот бальзам 87-47. Так, зубные пасты. А, это я взяла. У нас зубные пасты все уже совсем заканчиваются. Это бонус за покупку. Одна, значит, идет лечебные травы. Очень мне понравилось. 22-44. Мягкое отбеливание. Очень мне тоже понравилось. 22-46. Она ближе к мягкой, чем к термоядерной. И вот это вот супер термоядерная, которую я терпеть ненавижу, но очень любит моя дочь. 22-45. Она вот прямо ее видит. Все, она только ей зубы чистит. Они все классные. Прямо все. Так, дальше. Еще один антиактивный моделирующий крем для тела. Но тут он уже идет с охлаждающим эффектом. Да, термоэффект у нас еще есть, но я его уже не беру. Термоэффект ни за что не возьму. Мне он очень не понравился. Значит, 12.38 с охлаждающим эффектом. В общем, я подумала, что мне надо и тот, и другой. Того взяла 3, а этого взяла тоже 3. Да, я думала 4, нет, 3. Ну и последнее, мои дорогие. Значит, это у нас идет маска. Маска для волос. Тоже очень хороший артикул. 12.70, 150 мл. Но вы еще не все видели. Вот такой вот коробчонок еще у меня. Тоже с огромным составляющим. Да? То есть это все уже повтор. Поэтому смысла об этом сильно говорить нет. Да? Просто вот показываю объемы. Я просто девчонкам сказала. Говорю, мне столько купонов не надо. Берите сколько хотите. Вот, пожалуйста. Мне это, наверное, за 10 лет не измазать. Да, вот эти все масочки. Да, и вот еще такой вот скраб. Кстати, он очень классный, но не мой. А, защита стоит. В общем, ковыряться там не буду. Грушевое парфе, сладкий. Я точно такое не люблю. Ну, вкусный такой грушевое варенье. Очень вкусный, кстати, он. Но не люблю. Еда так еда. Я люблю свежесть, понимаете? Вообще не мое. Вот эта вот сладость абсолютно не моя. 25-38. Вот такой еще у меня купили. Суперский. Ну и все. Все мои 4 коробки. С вами была Конна Ваня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.